все они у меня заняты на объединениях, которыми я руковожу. Море впечатлений, хочется, ну, рассказать, показать о богатстве своего края, о том, какие у нас замечательные люди живут. А вы как-нибудь тренируетесь, может быть, сейчас? Это все-таки же физическая нагрузка? Ну, наша работа педагога – это и есть физическая нагрузка ежедневная. По 12 часов мы с детьми, мы в походах. Мы преодолеваем расстояние 14 до 15 километров практически каждую неделю. То есть физически мы готовы.